Всем привет! Меня зовут Лера. В этом выпуске я буду обозревать клип, пожалуй, самого сексуального бойсбенда России. M-Band с песней «Посмотри на меня». Поехали! Никита, привет! Вам просто не передать, как долго я ждала этот клип. Но это было не зря, ведь он вышел на славу. Нежность, теплота, любовь и доброта – вот ключевые слова этого клипа. Никита, привет! Ну серьезно, прям вот душу греет этот клип. Начинается все с того, что парни собирают полевые цветы и несут их девушке. Потом они зовут ее выйти к ним, но никто не появляется, кроме Константина Меладзе в роли садовника. Признаюсь, я не ожидала увидеть такого талантливого человека в образе садовника. Этот персонаж вызвал у меня огромное количество позитивных чувств, особенно когда Константин пульнул букетом цветов Никиту. Никита, привет! Этот момент, как мне показалось, является ключевым. Конечно, после этого моя фантазия разыгралась, и я поняла, что в данном моменте можно отобразить много жизненных ситуаций. Будешь знать, как в ноты не попадать. А это за то, что не подписался на канал Леры Лонг. А это за то, что не позвонил мне. Ладно, мне пора успокоиться, по-моему. Ну и наконец. Что касается таинственной девушки, то в клипе, как я ранее заметила, она долго не хотела появляться. Я долго гадала, будет это блондинка, как в прошлый раз, или все-таки брюнетка. Но когда я увидела темные волосы, я поняла, что парни из M-Band'а услышали мои молитвы. Жалко, конечно, что в этом клипе опять оказалась не я. Ну да ладно. Но мое удивление выросло в 100 раз, когда я увидела, что темноволосая девушка оказалась Нюшей. Вы представляете, это была Нюша. Да это же восхитительно. Это самая лучшая и подходящая девушка для этого клипа. Да и вообще. Как мы видим, Нюша достойно появилась и встретила парней. Она такая классная, блин, не могу. Наверное, если бы я была на ее месте, то я вряд ли ждала бы полклипа. Я просто как сумасшедшая бы выкинулась из балкона прямо на парней. Спаси меня, Всевышний, чтобы я не разбилась. Все, мальчики, я уже к вам прыгаю. Вот поэтому мне никогда не быть Нюшей. Да и вообще, как можно выбирать между этими парнями? Они же все восхитительные. Никита, привет. Анатолий, привет. Артем, привет. Владислав, привет. Что я могу сказать в конце? Наверное, то, что я хочу пожелать группе удачи, процветания, ну и, конечно же, побольше клипов. Мы все их ждем. А у меня все. Ставь палец вверх и подпишись. И все, у вас будет зашибись. Пока!